Перерывы – это не конец пути, а всего лишь его часть. Бывает, что мы отдаляемся от своих целей, и это нормально. Важно помнить, что всегда можно начать заново. Каждый шаг, даже самый маленький, приближает нас к мечте. Не стоит бояться ошибок, они учат нас, делают сильнее. Главное – не останавливаться. Каждый новый день – это шанс сделать что-то лучше, чем вчера. Так что, если чувствуешь, что сбился с пути, просто сделай шаг вперед. Не позволяй сомнениям останавливать тебя. Верь в себя и двигайся дальше. Жизнь – это постоянное движение, и только ты решаешь, как быстро идти к своей цели.